И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте попробуем задействовать, значит, вот этих двух персонажей, негра и значит, давайте так, афроамериканца и этого индейца. Так, они будут пойманы уже, значит, на кордоне будут сидеть, и вроде как Мастерсон их должен будет доставить, ну, не знаю, куда их доставляют. Какой-то другой город, возможно. И по пути будет эта банда, и, возможно, они помогут и будут участвовать. Ну, короче, это я еще не придумал. Ну, пока развитие сюжета именно такое. Так, что значит они пойманы? И вопрос. Кандалы? Ну, нормально. Да, кандалы — это все дело хорошо. Более гуманно, но я думаю, все-таки колодки не помешают. Давайте сделаю и в колодках, и в цепях и того, и этого персонажа. А потом уже, если вам будет интересно, вы напишите под роликом или в группе, и выберу уже, кого оставить. Так, значит, есть афроамериканец, да? Так, давайте импортируем сюда колодки. Так, это где тут? Итак, колодки, да? S уменьшаем. Так, где-то они должны быть, ну, такие, да? Так, отведем подальше от персонажа. Так, тут вот нижняя часть может быть немножко поменьше и уйти в землю. Так что давайте чуть-чуть углубим. Так, выберем, значит, рик. Зайдем в PostMod, N панель, Screencast Key, чтобы вы видели, что я буду нажимать, если кому-то оно, конечно, надо. Потому что по просмотрам видно, что неинтересно. Но, в принципе, это мой, как это сказать, моя фишка такая, да? И интересно мне. Так. Это как бы конспект, да? Так, и что у нас тут такое? Ай-яй-яй-яй-яй. У нашего персонажа в Edit Mode отсобачена башка. Так, выбираем голову, присобачиваем Ctrl-P, Keep Offset. Как получилось, неинтересно. А как же это она отвязалась? Так, и что еще у него отвязано? Так, выберем вот эту штукенцию, зайдем в Edit Mode и смотрим, что тут. Так, 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 так. Что-то отвязано, да? Так, глаза вроде привязаны, все привязано, на щеках привязано. А, вот она, выделил косточку. Так, ну и эту косточку мы привяжем к голове. Ctrl-P, Keep Offset. Так, зайдем в PostMod опять, смотрим. Надеюсь, ничего от него больше не отлетело. Так, это значит у него смерть. Да. Нам пока это не понадобится. Значит, я сейчас это дело восстановлю на первый кадр. И, значит, таймлайн выдвигаем. И вот это все дело тогда нам не понадобится. Так, первый кадр, значит, это анализка А. Не то удалил. Надо все кости выделять. Бывает, забываю. На нулевой кадр, значит, ставим базовую всегда. Вдруг пригодится. Так, теперь что? Угу. Сохраняем сразу файл Save As. Пишем это негр колодки стоит. Все нормально, тройка на нампаде. И начинаем это дело все закручивать. Так, R. Так, вот здесь уже видите, да, у него как интересно. Прогиб какой пошел. Так, значит, так, тазовую R чуть-чуть поменьше. И пошли тогда плясать от этих уже. Так, тазовая. На вытянутых он стоять не может. На расслабухе вот так будет стоять. И потом
Значит, чевой. Так. Ну, давайте вот эту R тоже как бы опустим, да? Или лучше голову, наверное. Так, оба, чуть припустить. Заходим в Object Mode, выбираем нашу вот эту штуку, делаем S. Так, а ну-ка, Ctrl-Z. Она у меня тут двойная, тройная. Так, S. Ага. И значит, опа, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Еще одну ногу не выбрал. Четвертная даже. О. Так, S. Так, единица на нампаде. Делаем S. Видите, да? Какая получилась интересная штукенция. Значит, мы ее чуть приподнимем. Сделаем еще S. Ну, чтоб он бошку-то не вытащил, да? А то ж над нами будут смеяться. Так. Делаем еще так. S. Ну, это вообще, да? Вообще это вообще. Ну, ничего, сейчас мы это дело подкорректируем. Значит, что? Выберем вот эту штуку, пока зайдем. Да выберем две вот эти штуки. И вот эти тоже сразу выберем, объединим. Ctrl-J. И зайдем, значит, в Edit Mode. Выберем рентген и подкорректируем, значит, вот так это все дело. Раз. Так вот. Отодвинем сюда. А эту отодвинем сюда. И ноги тогда, так, пардонте, зацепил. И ноги тогда вот так вот выделим и опустим пониже. Был косяк и нет косяка, да? Так, все, теперь опять же выбираем нашего персонажа, заходим в Pose Mode, выбираем его руки и надо руки заложить в колодки. Блин, да что ж, он же сбежит, едить твою. Что ж такое все у него большое-то? Так, а ну-ка, давайте R. R. Потом подкорректирую, да? Так, теперь Йо. Left. G. И R. Перекручиваем кисть руки. Вот так вот. Тогда можно его еще ниже немножко подсадить. Так, кисть руки чуть-чуть сюда. И значит, вот эти локти, ну, чуть-чуть опустить. Во. Ну, как бы так бы, гляньте. Да тут фу, бежать сам Бог велел, гля. Что ж это, как же тебя обыграть тогда, а? Так, все, ну это будет первая у него позиция, английская А. И в принципе, что стоит. Ну, потом чуть-чуть двигаться может будет там. С ноги на ногу переедет, голову поднимет. Ну, давайте опять займемся вот этой штукенцией. Зайдем в Edit Mode. Так, это что, Shift, Alt. Так, выбрал, не выбрал. Так, давайте другим путем
Значит, C dance. Dance. Или так не прокатит разом, да? В принципе, да, прокатывает. Но только они соединяются. Вот это не есть good. Так, давайте так Ctrl-Z. И будем тогда по одной. C английская нажимается. Регион ребер выделяется. Смотрим так. S. И под кисть руки подгадаем. Ну, можно чуть-чуть ее побольше сделать. Так он вытащит руку. Ну, в принципе, не принципиально. Ну, как? Надо, чтобы соответствовал, да? Что он просто в кандалах. Что ж мы правдоподобность такую тоже делать? Так, G. S. Так, и тут уже повыше надо вот эту штуку. А ну-ка. То ломается все произведение искусства. Так, так, так. И, наверное, вот это вот еще C. Как бы вот сюда ее отвести подальше. Во. Так, теперь C и главное блюдо. Так. Смотрим, что тут с головой. Ну, в принципе, и все. Он уже не выскочит его. Вот так вот. Так, есть такое дело, да? Ох, тут я вершину поднял какую-то. Ну, для стояния, как говорится, нормально. Так, теперь. Что еще можно для этого сделать? На 40-м кадре. Единица на нампаде. Давайте сейчас что-нибудь ему сделаем, да? Так, пусть он раз чуть в боку уйдет. Так, семерка на нампаде. Таз уходит в бок, а значит голова остается на месте. Вот так вот. А, и локрот. И значит на 80-м кадре пусть будет первый кадр Shift D. Типа раз. Ну вот движуха у него какая-то идет, да? И значит где-то в промежутках. В промежутках у него руки затекают, и значит R и руку поднял, здесь значит другую поднял, так, здесь она значит кисть руки delete. Так, и здесь чуть с запозданием, пусть тогда эта кисть тоже приподнимается. И опа. Тогда это delete. Ну, уже как-то, да? И значит. На 130-м пускай он как бы, ну, оп, приподнимается там. Но ему шиздец же как неудобно, да?
И, значит, голову тоже приподнимает. А и. Может, еще можно сделать, чтобы он там перетаптывался как-то, там еще что-то. Так, это первый вариант. Все по-простому, значит, файл save. Так, есть такое дело. Потом я текстуры назначу, значит, вот этой штуки. Давайте я пока, значит, в Object Node. И вот этой штукенции, значит, добавлю просто материал какой-нибудь черный. Во. Потом текстуры какие-нибудь добавлю, наложу. Можно серенький какой-нибудь там, во, чтобы он как бы выделялся. Там коричневый поставить или под доски. Так, все это нормально, да? Давайте следующий вариант. Файл сохраняем Save As и сохраним в колодках сидит. Так, значит, выбираем персонажа вот этого, заходим PoseMod, английская А, анимации, значит, эти все delete. Так, что у него с базовой штукой? Alt-G, Alt-R и прописка. Так, тепереча. Значит, нужно вот эту вот штуку, вот эту, колодки, отделить. То бишь, заходим в Edit Mode, выбираем L, так, ставим полигоны. И значит это все delete вертексы. Так, это delete вертексы. Значит, что еще? На рентген ставим. Ненужное delete. Гайки. Так, еще что тут? Так, L английская, вот это все выбираем ненужно и, значит, ликвидируем. Так, это у нас настроена штука уже. Значит, что делаем? Object. А, еще что нужно сделать? А, здесь не надо. Я потом в другой, когда будут с него снимать, значит, колодки, я добавлю кости вот к этой штуке, и они будут как бы. Надо это будет показывать, не надо, или просто лежащие колодки, его повели, допустим, там куда-то, в телегу, там еще куда-то, вот, как в Джанго, да, или как освобожденный вот это вот телегу сделать с решеток, и типа их повезут, как в тюрьме там выдадут, вот солдафона какого в помощь дадут, ну, как бы так бы. Так, и значит, не буду пока отделять вот это все, значит, тройка на нампаде, пока это, значит, уведу в бок. И давайте нашему вот этому гражданину сделаем сидячую позу, да? Так, это значит G, так, это значит G, это значит колени. Так, раз. Так, это значит ноги. И чуть в бок. Крестом их, да? Ну, вот так вот. Раз. Не может же он сидеть прям. Так, можно даже ступни вот так вот. Раз. Чуть-чуть перекрутить. Так, тогда G. Колени чуть повыше.
руки. Так, руки, руки, руки. Как бы их обыграть красиво, да? Так, чтобы... Так, G. Кубы на место. R. Перекрутка. Так, давайте вот эту штуку сейчас на бошку ему оденем. Угу. Знать бы, как ее еще одеть. Тогда на ней нет ни костей, ничего, да? Ну ладно. Так. Так. R. Как бы R. G. Локти тогда опускаются по любасу. Угу. Так, ну ему тяжело же держать, да? Он по любасу должен как бы с позвоночником наклониться. Тогда руки как бы вот тут должны быть где-то, да? Так. Ноги мне не нравятся, это как он так сидит, ну, в принципе, ну, сидит, пойдет, сидит, да? Здесь сейчас на ноги положим эти колодки. Заходим в Object Mode, добавляем Shift A, Mesh, добавляем арматуру, делаем S, делаем G. Так, ну пускай так будет. Тройка на нампаде. Подставляем к нашей этой штукенции. Выбираем штукенцию, выбираем, значит, кость, делаем Ctrl-P, делаем Bone. Выбираем кость, выбираем следующего персонажа и заходим, ну, риг персонажа полностью. И тогда вот эту косточку выбираем. И мы сможем это делать теперь. Зафиксировать вместе с ним. Так, да? Так. Вот как бы так бы. Это вот, вот здесь у него эта штука на голове. Так вот как бы. Тогда руки вот чуть-чуть я промахнулся. И они должны как бы вот так вот лежать, да? Как бы придерживать вот эту всю конструкцию. Так, R перекрутим, G догоним, подставим. Так. О! Вот сейчас тут сможешь опять эти отверстия вроде как маловатые, ну большеватые. Ну мы вот так их обыграем чуть. Так, есть такое дело. Теперь выбираем кость, значит, вот этой конструкции, руки персонажа, ну и что можно сделать, да? Вот это. И вот так вот чуть G. Так вот чуть G. О, с горбом. Так, видите, на заднице костей нет, надо будет это дело сейчас подкорректировать тоже. Так, локти, локти, локти лежат на коленях обязательно. Он не сможет так долго держать их. И тогда вот это все выбираем. G. И ложим как бы... Уводим ее вот сюда. И тогда вот эту штуку G. О, черт-то я сейчас тут так нахиеверчу. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, это значит G. Это значит G.
Так. И значит тогда никак не получается вот эту штуку ниже опустить. Значит, будет он ее придерживать. Тогда ключицы нужно будет приподнять. Он полностью в напряге каком есть. Так, ключицы вперед. Или назад лучше. Наверное, назад лучше. Или вперед. Не, вперед. Потому что он даже на ключицах эту гадость держит. Так, теперь, значит, что у нас по локтям? Угу. Локти должны на коленях быть, иначе он, как говорится, он их не вытянет, да? Во. Пропишем английское А. И значит что? На 40-м кадре. Выбираем руки, выбираем, значит, вот эту вот штукенцию. Значит, выбираем таз, единица на нампаде, делаем R. Вот так. А, и перехлёст. Так, на 80-м опять же участвуют руки, опять же участвует таз. R. И значит вот здесь можно побольше, значит, вот этой штукой заняться. Ctrl-Z, вот эту вот штукенцию можно побольше перекрутить, да, вот так вот раз. Тогда и голова должна быть задействована, да, она должна приподняться. Вот. А, и смотрим. Раз. Ну вот, все равно какая-то движуха у нее должна быть. И на 120-м. На 120-м. Что можно сделать на 120-м? Ну, 40-й скопировать. Shift. Это значит А. Shift D. Даже быстро это все у него происходит. Давайте выберем кадры и еще подольше сделаем. Да прям на 250 кадров растянем. О. И значит, первый кадр Shift-D до 400-го оставлю. Ну, типа, здесь уже мертвая точка, он бы как бы замер, да? G. Прям можно и остановить по кадровку. Ну ладно, это если сюда побольше поставлю, что получается? Ну, легкие движения он будет делать, да, ну, нормально. Потом, может, еще добавлю разговор какой-нибудь. Ну, вот еще по стопам хочу разобраться, что у нас со стопами, да. Так, а ну-ка, R. Не. А что может помочь их перекрутить? А ну-ка, R. Тоже нет. Так. Так, вот здесь еще что хотелось бы добавить, где он, значит, поворачивается, здесь чуть нога, значит, добавляется в эту сторону, а это, значит, в эту. Так, вот теперь здесь у меня два кадра, один нужно удалить.
Так, и тут что получается? Так, G. Как вот эти вот. А ну-ка. Это прям он йог тогда будет, да? А ну-ка, G. Ладно, по-простому пока, без выедрёжей. Здесь песок, ноги прикроет. А ну-ка, как он сидит? В принципе, неплохо сидит. Надо вот единственное сейчас, видите, разобраться вот этой штукой. Это у нас штука поможет какая? Заходим в Edit Mode и, значит, так, сделаем вот такую штуку. Е. Так, это не прокатит, от этой косточки что-то перекрутка идет. Так, тройка на голове. Давайте Е. Вытащим косточку. Alt P. Clear Parent. R. Так, G. Подставим к ягодицам. Так, вот сюда. И сделаем еще Shift D. Две штуки. Выберем их и привяжем к позвонку. Ctrl P. Keep Offset. Штука хорошая, но я не рекомендую делать вот эту вот заднюю часть. Лучше назначить тогда тут веса. Если вы будете делать какие-то, допустим, там кульбит и бег, вам постоянно придется вот эти ляжки поправлять. Заходим в Object Mode, выбираем персонажа, заходим, выбираем кости, Ctrl-P, White Automatic Widget. Перевязываем, вот видите, за что я говорил. Но для каких-то поз можно было шипки использовать. Тут в принципе не принципиально, да? Вот, G. Допустим, вот уже. Это, ну, не так, что прям идеально, но уже. Допустим, можно что-то этакое сварганить тут. Вот так вот. Где-то вот G чуть в бок отвести. Тут тоже что-то растянуть. Ну, видите, все равно будут косяки. Ну, это он будет сидеть. И здесь вот все равно придется на ошибке ими подправить. Так, и вот эту косточку тоже, наверное, G. Чуть-чуть повыше. Угу. Так, нормально. А, и прописка. Так, зайдем теперь в Object Mode, выбираем персонажа, отключаем видимость всего этого, добавляем шипки и добавляем Sculpt Mode, добавляем, значит, что у нас тут, тянучка, выбираем F, английская, выбираем кисточку побольше и... В принципе, видите, можно кости было и не добавлять. Вот так вот. Раз. Когда человек садится, у него тут живот все равно побольше становится, так? И мотняга тоже побольше. Так, ну и левераете. Прописываем все это дело. Все, он сидит. Тут менять
сильно ничего не надо. В принципе, что? В принципе, нормально. Так, ноги, ноги, ноги. Заходим. Куда вот? В Object Mode выбираем персонажа и смотрим, значит, что у него с ногами. R, G, чуть на вытяжку, наверное, а то он, одна нога пускай так поближе, одна нога подальше. И значит R, G. Так, что он тут? Ну, чтоб нога, опять же, не завалилась никуда, так вот как бы, да? Угу. Выбираем только ноги и делаем английскую и прописка. Тогда предыдущую надо убрать. И первую убрать тогда. Так, смотрим, а тут интересно, он ее убрал ногу или нет. В принципе, что, неплохо, да, так подтянул. Может, оставить это. Давайте одну тогда еще удалю. Так, а вот эту тогда тоже удалю. А вот эту Shift D тогда сюда передвину. Так, и вот мне не нравится, что здесь, значит, он когда двигается, вот, вот эти части у него не двигаются. Так, вот на этом уровне. Так, Ctrl-Z, что такое? Не выбрал я вот эту косточку, видите, ее теперь придется постоянно выбирать, потому что она не завязана на риге. И поэтому тогда не забывать ее. Так, раз, и тогда вот так вот. Так, а ну-ка. Эту отключим, лучше-то от тазовой подыграем. Так, тазовой тоже не выходит. Угу. Делаем вот так тогда отдельно, а эту тогда штуку тройка на нампаде, G, подтянем отдельно. Так, и можно ее чуть-чуть даже еще как бы перекрутить, да? Так, а ну-ка, G. И локти тогда, оп, чуть увести. А, и прописка. О, как бы выдохнул так раз. Ну, в принципе, нормально. Потом еще дошлифую, все. Принцип понятен, да? Так, это значит в плену. Индеец будет. Так вот, с индейцем как быть? Его в кандалы неохота. Его можно привязать к цепям. Прикольно, да? Этот будет в кандалах, а тот будет просто к цепи привязан. Ну, я думаю, нормально будет. Так, ладно, сохраняем файл. Этот какой у нас сидит, да? Чтоб не попутать. Потом еще дошлифую. Там будет вдали пушка. Потом там будет вот что-то у него тут штанцы отошли, да? Ничего, подкорректирую потом. Так, а ну-ка, файл. Empty Fint Missing. Текстуры, что тут? О, а то глаза он что-то не находит. Во.
Ну, как бы так бы. Файл сейф. Теперь, значит, нужен индеец. Файл open. Найдем индейца. Я его давно уже не видел, как говорится, да? Так, ABVG. Так, не понял, что у меня тут со списком. О, глюк какой-то. Что-то поменялось. А ну-ка. File open. OPRST, а где V? Так, что тут по списку? А ну-ка, вот это что за хуйня? Это что я тут нажал? Не найду букву В. Это что за фигня? Я почему с конца все начинается? А это теперь тут конец в начале, начало. Так, конец на начале, начало в конце. Во, это шиздец какой-то. Вот такие загоны у меня часто бывают. Последний, вот выкидывают куда-то меня. Б. Все для индейцев. Трубка мира. Я вообще запутался, я его маму. Что это за хрень такая? Шляпа, не пойму я что-то, что тут глюк какой-то. А ну-ка, так, пробую еще разок. Если сейчас будет какая-то опять шляпа. О, конец на начале, начало на конце. Что такое name? External modify какой-то. Так, JD. А ну-ка, вот это может. По размеру все, а это что? External name. Вот, ухожу, это у меня. Ты что за фигня? Folder.
Ладно. Ладно. Что-то вылетело. РПГС. В, все назад идет. Ого, хотя бы так, а ну-ка. В, все для Вестера. Ну, хотя бы так, а ну. Так, таверна. А мне нужен индеец, да? И тут опять ше первое. Что случилось? Кто знает, подскажите. Что тут нажалось? Что за гон? Надо сбросить на настройки опять. По умолчанию. Так, ну ладно, тогда раз такая штука пошла. Я-то индейца сделаю и так покажу вам в следующем ролике. А это давайте посмотрим, что сбросить, значит, настройки надо, да? Default, так, вот. Загрузить factory и save Saturday файл. Так, а ну у меня аддоны. О, по базе теперь на аддоны подключать, ну они есть, но их надо будет подключить, короче, всей этой штукой заняться. И смотрим, что теперь с флехой, да? Так, текстуры, а ну-ка, вот, все, это в принципе вернулось, все для вестерна, вот, все первое, все в начале. Ну какой-то сбой пошел, короче. Все, теперь я индейца, значит, на цепь посажу. И, значит, в группе я их, возможно, ну, невозможно, я их выложу уже сидячими в кандалах. Если кто-то захочет их использовать, то, пожалуйста, время не тратьте, уже что-то база будет. Все, всем пока, до свидания.